Государственная граница – это не просто точка, от которой начинается родина пограничников. Это место, которое наряду с несением службы становится домом, где проходит вся жизнь каждого работника данной службы. Их повседневная служба требует больших моральных и физических сил. Порой приходится действовать в экстремальных ситуациях, связанных даже с риском для жизни. Но именно в таких суровых условиях зарождается тепло и любовь, зарождаются семьи пограничников. По всей стране, по всей пограничной службе есть такие семьи. Служат. И в данном случае у меня тоже есть такие пары. Муж и жена выполняют свои служебные обязанности по охране государственной границы, независимо холод, голод, независимо от том, что ночь, день, они выполняют свои служебные обязанности на отлично. Потому что они знают смысл службы. Потому что государственная граница является неотъемлемой частью нашего суверенитета. Да. Түсті, Қырғыз Республикасы мемлекеттік шекарасын қайтаруға бұйрық қойдым. Кезмет тұру, қарол. Целых 20 лет на границах Кыргызстана несет службу Усейн Джунусов. Прослужив в армии в Нарынской области, он решил остаться и стать пограничником. Служить здесь – это честь и гордость, ведь он защищает границы, а значит, он защищает Кыргызстан. В детстве я часто видел проходящих мимо нашего села пограничников, и тогда мне очень хотелось тоже вместе с ними идти служить на границе. Это великая честь для меня и по сей день. Я горжусь тем, что я здесь работаю. Пограничники сегодня сталкиваются с главными угрозами госбезопасности. Это и международный терроризм, и контрабанда оружия, наркотрафик, и незаконная миграция. Но у них есть свои помощники. Сегодня пограничная служба Кыргызстана решает крайне ответственные многоплановые задачи. Здесь Усейн Джунусов проводит большую часть времени жизни. Он нашел здесь искренних друзей, научился отстаивать позиции перед неприятелями. Но самое главное, он встретил на границе свою любовь. С Гульмирой Мусабекызы они познакомились, будучи на службе на государственной границе. Сейчас она работает фельдшером на пограничной заставе Васильевка. Джунусовы воспитывают 4 детей. Кстати, старший и единственный мальчик в семье намерен пойти по стопам родителей. Фельдшер Волштейн, Васильевка, Чегара заставасында. Я работаю фельдшером с 2013 года. Служу в пограничной заставе вместе с супругом. Конечно, работа у нас не из легких, но она интересна и любима. Благодаря тому, что мы работаем на одной службе, у нас почти никогда не возникает разногласия. Бывает, ночную службу несу я, бывает он. И мы понимаем друг друга и гордимся нашей работой. Ведь это честь – защищать границы своей родины. Такая вот семья гонится не за богатством, не за властью, а за сохранность священной территории. Гульмира и Усейн служат примером не только для своих детей, но и, пожалуй, для всех кыргызстанцев. Ведь так любить родину нужно, чтобы отдать жизнь ей, ведь вся их жизнь проходит именно здесь, на границе. Айзада Урумбаева, Джентай Макенов, Пирамида.